Что? Привет всем! Я иду сейчас домой. Снимала клип только что на льду. Ну, сначала в комендатуре снимала клип. В нашем разваленном здании. Но потом уже на льду. Покаталась прикольно. Скоро на каникулы, Новый год. Парень приедет скоро. Музыку слушаю. Все охуенно. Все зашибись. Смотри, не поскользнись. Улыбнись, чудак. Короче, иду домой. Короче, вы сейчас будете видеть меня и дорогу, может быть. Шо? О, привет, Смоки, как дела? Слив. Так, надо вот так вот. Короче, в школе меня обвинили воровкой. И не только. Еще сумасшедший, короче. Колонку разбили, скоты мне. Теперь как я буду музыку слушать, а? В январе выйдет альбом мой новый. Замели метели в рэп. Уже зима, холода, прошла весна. Наше село называется Петрада. От юга до востока, от севера до юга идти немноговато. Через центр на 1 мая. И я уже на хате. Пару шагов в калитке, и я уже на хате. Я вижу, как вам понравились мои треки. Ценю ваше внимание. Лайк, если любишь физику. Холодно что-то. Я люблю физику, сбросила. Курить не курю. Надо учиться, вот как я учусь. Уже в 11 классе, видите, какая я умная. Вот физика, алгебра там. Ничего себе. Шо, ребята? Да, дом с Путиным. С Юлечкой, с Людочкой. Вот дядя Коля молодец. Зачем нам ЕС? Это полный капец. Янукович. Привет, Маш. Поворачивай. Да. Поворачивай, быстрее. Живет, да. Янукович молодец, что не дал нам попасть в ЕС. Владимир Петрович. Владимир. Давай сейчас снимем. Наше село, все хорошо, я иду домой. Мы сейчас находимся в центре нашего села, Петрада. Моя родная мама. Сейчас клуб будет? Да, будет. Все будет. Здрасте. Все будет. Пиляют древа. Пиляют деревья. Да, жалко, прожили столько лет, а они их пиляют. Угоды вот такие позорные. Сейчас мы на главной улице находимся, на Садовой, там где наш центр. Тут маршрутки. Маршрутки, между прочим. Здесь все крутятся, мутятся, здесь все движухи разные. Я ценю... Холодно. Спасибо центру. О, сейчас клуб будет, да. Будем проходить клуб. Нет, это не Людмиловся. Ее мамки хат. Батарею судится. Дача. У меня есть машина дача. А Людочка зависает на даче. Я тут выступаю. Сейчас. Во, сцена, тут я выступаю. Шестнадцать тридцать. Так, это прогулка с МЧ Анютой по селу. Такого никогда я вам не показывал. О, кстати. У нас позарит. В спортзале тренировка. Ну да. Кстати, у меня в Петраде будет концерт скоро. Зимой альбом выйдет, и сразу презентация будет. Приглашаем всех обязательно. Приезжайте в Петродолину. Вход 100 рублей. VIP-места по 200. Для моего классного руководителя бесплатно. Я ударилась нечаянно. Садик. О, кстати, давай я выход на одну сделаю. Раиш, сейчас будем заниматься спортом. Я за ЗОЖ. Миша, ваш привет.
Я постараюсь сейчас сделать. Камера садится. Ой, блядь. Ты сейчас сидишь за компом, а я сейчас постараюсь сделать выход на одну, но не обещаю.